Доброго времени суток, друзья, с вами канал Прохождение с Михаилом, и сегодня мы играем в Watch Dogs 2. Так, ну что я могу сказать, сейчас мы поедем в Hacker Space, возьмем очередное задание, и вы увидите, как сталкер Михаил будет пытаться проходить игру. Так, ну что ж, стелсом у меня не получается в данной игре действовать, ну будем действовать непосредственно... По старым добрым сталкерским традициям будем рашить. Так, это что, это задание? Так, 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 шо, где Hacker Space-то, куда я? Да, вот это Hacker Space, только я не понимаю. А, переместиться можно, давайте переместимся. Так, отлично. Только я не знаю, где задание сейчас брать. Обычно оно в Hacker Space всегда спавнится. Сейчас проверим, посмотрим. Но я буду надеяться, что задание здесь. Но если что, его через телефон можно спокойно открыть. Вот у меня тут надпись, что мне памяти не хватает. Кстати, друзья, извиняюсь, что игра лагает, потому что у меня она на высоких. Давайте я вам даже продемонстрирую, где есть по-быстрому, надеюсь, получится. Да, видео, все, видите, тут так, качество высокое-высокое. Можно на средний сделать и спокойно играть. Но видите, друзья, я без записи обычно в Watch Dogs играю. А так решил ютубчик разбавить. И из-за этого... непосредственно не хочу я офать графику, чтобы потом заново ее ставить. Ну, более-менее же вроде записывается. Ну, подумаешь, небольшие лаги, подумаешь, как будто в 2013 году записываем. Так, подожди, а где миссию-то взять, я не понимаю. Так, ладно, давайте через телефон ее возьмем, потому что здесь ее нету. Так, так, дополнительная операция, Так, подожди, а вот основная операция, конец из переблю. Дополнительная операция... Основная операция. Шо, какую выбрать? Ну, давай вот эту выберем. Так, отследить нельзя, в смысле? Чтобы отследить нельзя. Так, странно. А, мне, может, фолловеров не хватает? Вот, видите, тут шкала 130 тысяч. Мне, скорее всего, фолловеров не хватает, чтобы это задание пройти. Так, подожди, что я теперь должен дополнительные задания всякие проходить? Подожди, где основная операция? А, вот, отслеживать задание. Давай ее тогда. Так, показать на карте. А, она рядом. Она рядом. Так, друзья, мы зря сюда пришли непосредственно. Ну ладно. Так, погнали тогда на задание. Что я могу сказать? Оно рядом. Hacker Space, мы просто так пришли. Можем диалог какой-то задействовать даже. Посмотреть оценку. Злые, несчастные. Нашей компашке пришел бы конец. Ты новенький, а весь наш коллектив держится на тебе. Эй, мы команда. Благодаря тебе. Все, я понял, хватит. Не любишь, когда хвалят? Ты замечательный человек. Настоящий герой. Хватит! Ну, вот такие вот диалоги тут, друзья. Так, непосредственно эту игру прохожу, то есть, за кадром, если это можно так выразиться. То есть, на YouTube прохождения не будет, и непосредственно это уже... Ну, это не середина игры, это где-то и начало, наверное. Ну, 25%-то я, наверное, уже игры прошел. Ну, в общем, решил просто, чтобы YouTube не простраивался, записать, решил записать вот серийку такую вот по Watch Dogs, где сегодня часик где-то с небольшим мы поиграем, посмотрим и непосредственно выложу это серию. Хотя я понимаю, что я стример непопулярный, скорее всего, это никто не посмотрит, как всегда. Ну и... А другие люди вообще скажут, которые не знакомы с моим каналом, которые вообще не подписчики, там, а гости, просто, а смысл ты снимаешь, как ты бегаешь? Ну что тут интересного? Ну, друзья, что же я могу сказать? Контент у меня такой. Можно так много... так... Знаете, как-то... Так, подождите, вам не сюда, да. Ну что? Ты готов? Погнали. И с такими моментами рассуждать, то можно вообще сказать, что все бесполезно делать. Но я просто решил поснимать, как я играю. Пока что вступление у нас. Но вот дальше будет сядьте место с Грацием в автобус Нудл. Вот дальше будет непосредственно уже... Так, союзник слишком далеко. Чего? Задание провалено? Что такое? Я только загрузил эту и... Ну, дурак. А, он со мной в машину не сел. Да съебись ты нахуй, козел.
Садись давай. Что, больной, что ли? Все, друзья, извиняюсь, небольшая помарочка произошла, ну ничего страшного. Ладно, слушай, тут такое дело. Я заранее извиняюсь за все, что тебе предстоит увидеть. Ты шутишь? Мне выпал шанс увидеть твое альтер-эго, Гораций Карлин, офисный ковбой. Мне уже не кажется это хорошей идеей. Не ссы, стебаться не буду. Так, ну непосредственно мы уже приехали. Так, ну и что тут непосредственно? Просто в автобус сесть или перестрелка какая-то будет? Ой, друзья, мне очень стыдно. Так, ну вроде бы просто в автобус сесть. Ну давайте сядем. Так, дверь, похоже, не тут. Ладно, я просто на Е нажму. И, кстати, не получилось у меня ни хрена. А, вот с этой стороны надо было. Все. Понятия не имею, что нам в этой миссии надо будет делать. Я надеюсь, экшончик будет, потому что хотелось бы постреляться, повыживать. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. Сейчас, так, где тут GPS? Эй, сядь, сядь. Я сам ладно, чел. Ладно, так, так, GPS. Я, друзья, во время диалогов GPS. Помолчу. Вверх, вверх, понял. Вот так, окей. Так, ну что-то мы там настроили. Так, задача выполнена. Доберитесь до внутреннего двора Нудл на автобусе. Ага, ну погнали. О, какой автобус-то у нас массивный. Я еле еду. Мне еще игра подлагивает из-за того, что я на высоких запустил это все. А, кстати, ехать недалеко. Мы уже почти приехали. Так, вот у нас автобус. Не знаю, где Мукент там сидит. Что-то я только себя пока вижу. Ну ладно, ой-ой-ой-ой-ой. Без аварии едем. Так, шо-шо-шо. Пока что не особо интересно, но посмотрим. А мы по остановкам ездим. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по остановкам ездим. А, или нет. Ну мы, короче, кого-то забрали. Так, доберитесь до внутреннего двора Нудл на автобусе. Что, Гораций, торопишься на автобус? Ну что тут скажешь, я старательный. Так вот, свежие соки перевернули мою жизнь. Я буквально ожил. Прости, но соки не заменят упражнений. Ты не пробовал мой сок. Серьезно, тебе нужна мякоть. Вся польза в ней. Выжимая сок, ты просто пьешь воду с сахаром. Смузи куда полезнее. Фрукты, овощи, суперпища. Суперпища? Ягоды Годжи, порошок маки. Кого мы, друзья, все подобрали? Учись у меня. Их польза научна. Может, мы свою команду подобрали? Их польза научно не подтверждена, сам знаешь. Или просто каких-то левых челов. С этим не поспоришь. Простой виноград такая же суперпища, как твои годы. Короче, мы каких-то челей... О, километр ехать. Покупателей. Без обид. Короче, стыдно, каких-то да. Челиков подобрали. Сейчас посмотрим, что знаешь, это за задание. Макс, иногда я хочу поменяться с тобой местами. А иногда, как сейчас. Спасибо. Опять какая-то диверсия, скорее всего, очередная сейчас будет с нашей стороны. Ну что ж. Блин, я думал сразу какой-то экшен будет. Хотел вам показать, как я тут стреляюсь. А в итоге мы просто на автобусе куда-то едем. Непонятно куда. Ну да, не автобус я вам хотел сегодня продемонстрировать, но ничего страшного. Так, это очередная остановка, что ли, да? Да, скорее всего, вот мы подъехали. Да, просто какие-то челы заходят. Из компании Нудл, скорее всего. По крайней мере, у нас автобус такой. Нудл, видите, написано. Так, да что это такое? Что это за игра? Почему я запустил эту игру? Хотел продемонстрировать вам экшон, стрелялки. Полный трэш-контента. В итоге я еду на каком-то автобусе. Я продолжу. Да. И пришлось есть в Пришлось ехать на каком-то автобусе куда-то. Блин, друзья, не симулятор автобуса я вам хотел продемонстрировать. Я хотел продемонстрировать более экшоновые миссии. Ну ладно, посмотрим. Отвратительная забегаловка. Мерзкий соевый соус. Да хватит там пиздеть уже. Так, и сколько это будет продолжаться? Я снова на автобусной... А, нет, все, мы припарковались.
Так, ну вот сейчас вот, наверное, интересно будет. Все-таки для чего мы это делали? Или скажут, сейчас задание выполнено, но это бред полный. Гораций, бро, мне страшно. В чем дело? Они совсем другие. Это же долина, бро. Эй, как зовут черного, которого окружили тысячи белых? Как? Президент. Они видели нас вдвоем, решат, что это заговор. И будут правы. Так, ну это очередная диверсия. Все, следуйте за Горацием. Так, ну что ж, вот сейчас экшон должен быть. Чувствую себя голым. О, добро пожаловать. Кроме меня здесь... Всем, кстати, это Гораций же, да? Два парня. А, ну да. У нас свой адрес рассылки. Жестко. Но ты меняешь имидж целой корпорации. Его даже поприветствовал кто-то. Суть корпоративной жизни раскрывается, когда ты сидишь среди белых и в одиночку представляешь всех черных на совещании. Боже. Эх, давали бы мне по 5 центов каждый раз, когда хвалили за красноречие. Где серверная фирма? Увы, не здесь. Она находится под зданием Noodle Maps. Чтобы туда попасть, нужен другой уровень доступа. Для этого тебе наверх, к менеджерам. Просто повтори то, что ты сделал с автобусом, и получишь все, что нужно. Так, пойдем, не спалиться бы, главное. Тут охранник что-то пялится уже. Что ты пялишься? Что ты пялишься? Эй, кофейку? Нет, я так. Да, и попробуй граблока. Они просто супер. Чувак, спасибо тебе большое. Да, фигня. Так, ну что там? Карлин? Броуди? Сегодня важный день, да? Я волнуюсь. А ты? Или можешь просто рассказать нам, что ты задумал? Что искал? С кем я говорил? Хочу налить кофе, ты говнюк. Что? Хочу налить кофе. Да. Я понял. Надо тебе быть повежливой с отделом кадров. Пей свой кофе. Осторожней! Новенький? Да. Что, он его специально толкнул? Дохать бы его. Терпеть не могу этого. А, Бекки! Господа! Он меня пасет с первого дня, как я сюда пришел. А теперь говорит, надо быть повежливее с отделом кадров. Думаешь, у него что-то есть? О, черт. Ты хоть представляешь, насколько меня упекут? Если проберусь на ферму серверов, сотру все нахер. Мы с тобой, бро. И ты не сядешь. До связи. Лады? Давай. Давай. Короче, что из этого мы поняли, что наш товарищ из Hackerspace, из нашей команды хакерской, устроился куда-то в Noodle, в корпорацию. И задача выполнена, кстати. Гораций, как нам попасть в серверную фирму Noodle? Лучше, и сейчас мы диверсию будем совершать. Не знаю, сейчас или нет, но получите доступ к серверам Noodle. Фигня. Так, подождите, а как, куда идти-то? У меня есть карта, тут нет. Так, это мне выйти надо. Так. Подождите, я не понимаю, это куда? На улицу мне? Вот это уже интересно начинается. Вот сейчас мы будем диверсию совершать. Так, скорее всего, или не на выход мне. Или на выход. Так, я что-то не понимаю чуть-чуть. Ну, давайте с улицы попробуем зайти. Мне так легче, чем я тут плутать буду. Так, тут само откроется нам. Вот мне потому что куда-то в тот корпус, я с улицы попробую. Я не знаю, по идее могу всех перестрелять, это ж тут такая тоже возможность есть. О, смотрите, какая-то машина интересная. Сесть на нее можно. Так, но мы не будем беспредельничать пока раньше времени, нам все-таки задачу надо выполнить. А задача у нас одна, получите доступ к серверам Noodle. Так что сейчас спокойно можно даже устроить перестрелку будет, я думаю, ничего страшного не случится. Так, а мне сюда, наверное, да? А, тут закрыта дверь. Так, там я уже какая-то была... О, ну да, и скорее всего я опять не туда пошел, потому что, видите, вот здесь переход. Сейчас посмотрим, я не знаю. Так, как туда попасть-то, я не понимаю. Сейчас я с улицы попробую попасть, если не получится, будем через корпуса пытаться бегать. Но пока я хочу через улицу попробовать попасть. И, кстати, тут что-то... А, это... Чуть не бахнул щиток, я думал, это дверь так открыть можно. Там взаимодействие было, если видели. А если бы я это сделал, там просто взрыв бы был, и, скорее всего, я бы внимание просто привлек. Так, ну, что-то я не вижу тут никаких...
возможности никакого входа, так что, скорее всего, надо через корпуса в это дело проникать, и сейчас, наверное, непосредственно этим и займемся. Так, ну что ж, тут же точно не войти никак, да? Тут... А, дурак! В чем дело? Моя мордашка не так очаровательна, как я думал. Да ты что? Тебе нужно найти с более высоким доступом или ищи другой путь внутрь. Так, ну вроде я куда-то зашел, но мне игра сказала, что типа хер ты, блин, здесь забыл. Ищи другой путь, мне сказали, или что, я не понимаю. Так, а вот это... Надо найти этого самого. Трансформаторную будку. Ну да, я сюда зря зашел. Тут все перекрыто и закрыто. Вот есть... Блин, это самое... Вот щиток я вот не понимаю, где. Ё-моё, так я тут 3 часа так бегать буду. А щиток-то... Как мне попасть-то сюда, я не понимаю. Вот там есть щиток где-то, но вот где он? Ну, блин, ну сейчас затупы пойдут от сталкера Михаила. Да, он в здании, щиток. Видите, я вот про этот вот сейчас покажу вам. Вот про этот красненький. Вот если мы его взломаем, то теоретически... А, мы через камеру можем это сделать. Ё-моё, мудак. Да в натуре мудак. Блин, для меня это сложные игры. Я максимум по сталкеру. Так, вот это же он, да? Или что, не видно? Давайте вот сюда переключимся. Так, так, так. Это нельзя открыть. Ага, тут еще камеры какие-то есть. Да, вот, вот, вот. Вот его мне надо взломать. Могу же я его взломать? Нет, не могу. Нет, скорее всего, я его не могу взломать. А как мне двери-то открыть? А, вот есть решетка. Джампер можно сюда послать. Так, а как его послать? Видели, там решетка была? Возможно, джампер туда сможет заехать. Только вот я не вижу для него никаких щелей. Блин, сложная игра. Я говорю, для сталкера Михаила это сложные игры. Вот хотел экшончик вам показать, но, похоже, ситуация развивается намного интереснее. Так, что здесь открывается, да? А, да, здесь открывается, слушай. Вот я придурок. Так, ну везде двери закрыты нам. Везде обесточено все. Я не понимаю, как туда пролезть можно вообще. Тут везде все перекрыто. Так, это в другой корпус, в принципе, ведет. Нам в другой корпус-то же не надо. Мы камерам же подключались не в том корпусе, в этом, да? Блин, я даже не знаю. Так, ну это уже интересно. Потому что я пройти не могу. Чё за говно? Как в это... как туда попасть вообще? Так, подождите. Мы там отверстие для джампера видели. Это типа такой ездилки небольшой. Радиоуправляемой. По камерам. Но только я не вижу никакого входа для него. Для этого джампера. Надо все углы изучить. Может, я что-то пропускаю. Нет, вообще ничего не видно. Так. Ну ладно. Погнали сюда. Блять, я вообще не понимаю, как туда попасть. Что-то вообще все плохо, похоже. Ну-ка, и эта камера что дает? Может, какое-то взаимодействие сейчас будет, нет? Так, вот там камера есть. А, вот решетка для джампера можно открыть. Так, я, похоже, спалился. Ну вот смотрите, вот решетка для джампера открыта, только как сюда попасть? Так, я же не могу никак дверь открыть. Так, это что, это камера? Щиток оглушить током? Зачем мне током-то глушить? Мне вообще это не надо. Так, я не понимаю ни хрена. А так, может, через крышу как-то можно пролезть сюда? Вообще ничего не пойму. А, вот, получить доступ через ноутбук. И чё? Я получил доступ какой-то? Я, кстати, решетки все пооткрывал, только я не понимаю, зачем мне они нужны, если я не знаю, как джампер сюда пустить.
Так, ну я уже везде тут все посмотрел, я понятия не имею вообще. Здесь решетка можно открыть. Как сюда попасть-то, ёб твою медь, блядь? Везде все перекрыто, видите, красненькие штуки. Блять, сложно. Вообще сложно. Тут уже охрана собралась. Ну, в принципе, я пока бойню-то не устраиваю, мне это не надо. Так, может, я что-то пропускаю, я вот понять не могу. Ну, сейчас разберемся, в этом-то и суть записи этого видео. Посмотреть, как сталкер Михаил проходит сложные задания Watch Dogs. Так, блин, надо... Так, подожди, какие у нас вообще варианты еще есть? Может, на крышу как-то можно залезть? Так, ну сюда я... Смысла нет от того, что я сюда вхожу. Тут все перекрыто, да? Тут ничего взломать же нельзя. Так, я что-то сделал. Ну, смысл от этого делания. Так, здесь закрыта дверь. Здесь тоже ничего нету. Так, это в другой корпус ведет. Я не знаю, мне в другой корпус вообще надо, пока не надо. Но, по идее, если возможность есть, может тоже здесь побегать. Может, здесь какая-нибудь будет. Ну, хотя здесь ничего не будет. Вот что-то лежит. Раскраску взял. Которая мне нахрен не нужна. В связи с нынешними-то проблемами. Нет, подождите, по корпусам бегать бесполезно. Они тут все, в принципе, открыты. Нам именно вот этот корпус нужен, охраняемый. Вот этот вот. Так, а это что это? А что за решетка это? Подожди, она не открывается никак? Не, вроде бы не открывается. Так, ну камеры я не знаю. Да блин, я его уже несколько раз оббежал. Так, а вот здесь же я только что был, да? Да, я только что здесь был. Так, а где-то еще вход есть. Мы тоже в этот заходили в это здание. Вот здесь, наверное. Но я тут тоже в прошлый раз ничего не увидел. Так, здесь же ничего... Да, я же тоже здесь был, тут нет ничего. Ни хрена и ни черта называется. Так, слушайте, ну что-то я совсем уже расстраиваюсь, потому что я понятия не имею, что делать. Блять, как миссию пройти, это ж пиздец. Полный хардкор. И заютубить-то сейчас загуглить не получится. Как я сейчас загуглю-то, блять? Так, ладно, давайте все-таки попробуем еще раз по камерам полетать. Может, мы что-то пропустили. Вот, вот здесь решетки можно открыть для джампера. Только какого хрена они тут есть, если я джампер не могу пустить? Тут все закрыто. Так. Тут все закрыто, все двери закрыты. Чтобы вот этот, чтобы эти двери разблокировать, надо терминал взломать, вот он. Чтобы его взломать, надо туда либо самому его взломать, либо этот самый джампер пустить вот через эти штуки. Но как я его пущу, блин, если снаружи никаких дырок нету вентиляционных? Вот здесь есть дырка, я могу проехать, а снаружи нету. Может, конечно, хаос можно устроить. Ну, я думаю, это вряд ли мне ничем не поможет. Если они, конечно, сейчас дверь сами разблокируют на улицу, побегут за мной. Я как-то сюда пролезу, но это полный бред. Так, вот здесь тоже можно хаос навести, потому что все равно... Что дальше делать, я не знаю, блин. Так. Блять. Это полный уже пиздец. Так, они из крыши куда-то лезут. Тут крыша есть. Но я на крышу не попаду. Я не знаю, как на крышу попасть. Я вообще понятия не имею. Если сейчас бойню устроить, то картина будет не лучше. Блять, я вообще не знаю. Ну и смысл мне от этих камер-то? Мне ничего не дают. Так, подождите, может, я что-то пропускаю, какой-то элемент важный? Может, тут что-то доступ надо какой-то получить, я понятия не имею. Да не, вообще бред. Я вообще ничего не вижу, что можно сделать.
Ну тупо все закрыто. Ищи другой вход, мне говорят. Может, не квадрокоптер для этого задания какой-нибудь пресловутый нужен? Так, а давайте еще раз вот с такой фигней побегаем, может, она мне поможет. Может, она мне поможет со сканером, точнее. Может, он мне поможет определить какое-нибудь взаимодействие, которое я не заметил. Так, это в другой корпус мне не надо. Так, снаружи где-то должен быть какой-то вход. 100%. Я вообще понятия не имею, как проходить. Так, они мне что, дверь заблочили? Или что это? Нет, это не та дверь. Это дверь в ту комнату, в которую я попасть не могу, сука. А вот это вот уже как раз таки, блядь, туда, куда мне надо. Так, вот, подождите, подождите. Сталкер Михаил нашел кое-что интересное. Вот если смотреть по карте, вот, друзья, смотрите сюда. Видите, тут этот корпус соединяется со вторым корпусом. Да, через переход. Так что, возможно, я через этот корпус сейчас тут корпус попаду. Блять! Скорее всего, так и будет сейчас. А, подождите, так ёб твою мать, это этот... Это, подожди, или нет? Или я тут не был? А, сука, блять, и что мне это дает-то, блять? Мы тут были уже. Ну, непосредственно через переход не бегали, но вот мы сейчас уже вот сюда попадем. Да блядь! Почему так сложно? Может, перестрелку устроить? У меня какой-то шанс получится туда попасть, нет? Может, они двери сами разблокируют, чтобы меня убить? Ну, бред полный. Так, подождите, надо смотреть. Давайте еще раз все облазим. Ну, я уже его несколько раз обходил. Вдоль и поперек тут ни хрена нема. Вообще ни хрена нету. Я просто, знаете, сейчас у меня какая надежда, что может быть какой-нибудь вентиляционный ход какой-нибудь маленький, и мы туда джампер пустим. Но, блин, я его оббегал уже, это здание. Тут кроме щитков, которые просто сломать можно, да? Ну, хотя тут много функций-то у него можно отключить. Но я думаю, это мне не сильно-то поможет. На охрану и безопасность этого комплекса это никак не повлияет. Так, подождите, это что? Это тоже электрощиток. Да ёб твою мать. Не, я, конечно, могу на паузу уйти. Но, блин, я не думаю, что я чего-то тут без вас, без записи добьюсь. Да ёб твою мать, что за прикол-то такой? Так, ну здесь мы были, здесь нет ни хрена. Блять, что я не так делаю? Что я, сука, делаю не так в своей жизни? Что мне под запись даются такие задания, которые я пройти не могу. Сначала это могло бы показаться, что это смешно, что это интересно за этим наблюдать, как человек пытается миссию пройти. Но, блять, не часа же три мне снимать контент. Потому что я чувствую, часа два еще пройдет, я ни хрена не разберусь. Так, ну вот, есть камеры, только смысл мне они нужны. Можно, конечно, по всему комплексу полетать. Кстати, там что-то есть. Не знаю, что там. Можно, конечно, по всему комплексу полетать, может где-то... А, вот можно взломать, смотри, я нашел. Вот там что-то взломать можно. Слишком далеко. Так, вот есть терминал, но я опять его не взломаю или взломаю. Так, это я в какой корпус уже прибежал? Так, я уже не понимаю. Это уже какой-то другой вроде комплекс. Да-да, судя по архитектуре, это совсем другой уже комплекс. Но здесь вот поломать можно несколько, вот можно взломать. Так что нам в другой комплекс, скорее всего, идти надо. Так, слишком далеко. Так, тут тоже слишком далеко до камеры. Так, подождите, а я могу как-то посмотреть, что вообще, что это? Да, это вот там. Так, а это что такое?
Ага. Кстати, да, и для тупых, таких тупых, как я, вот сюда, ребят, смотрите, здесь, там ключик нарисован. Блять, мне сюда надо было, ёб твою мать, ну сейчас пройдем такое ощущение. Кажется, я догадался, что делать надо. Так, ну сюда пустят нас? Нет, не пустят, дверь же открыта. Да, я сам открою. Да ладно, серьезно? Так, вот, в принципе, мне сюда куда-то. Ну, скорее всего, сейчас перестрелка будет. Так, ну пока я... Ну пока они на меня не агрятся. Я пока никуда не проник. Так, вот мне вот туда надо. Так, можно тут к камерам подключиться? Вот, камера какая-то. Или она далеко слишком? Не, она на улице, блядь. Мне надо к камере подключиться, которая непосредственно в этой комнате. Или тут нет такой? Вот какая-то камера. Не, это снова на улице. Так, а в комнате камер нет, да? Так, ну вот есть терминал, который я сейчас взломать могу. И терминал, скорее всего, где-то рядом здесь. Не, нихуя не рядом. А, вот там. Так, и что, я туда не пролезу никак? А, вот джампер могу сюда пустить. Блять, сложно нахуй, что еще мне сказать по этому поводу? На Б нажать для джампера, да? Ну, скорее всего, у меня сейчас джампер спалит, и я без джампера останусь. Еще и засекут меня. Да, я, в принципе, уже... Так, ну я не знаю, куда мне ехать. Я не вижу ничего. Я могу тут, конечно, покататься, но стоит не забывать, что тут охранник еще стоит. И, кстати, он стоит у терминала, который мне нужен. Сука, пидорас. Мразь ебаная, урод. Блять, ну если его сейчас запалят. Ваш джампер обнаружен? Блять, я взломать успею. Блять, взламывай, взламывай быстрее, пока тебя не расстреляли. Так, я взломал. А охранник какой-то ебнутый дурак оказался. Блять, 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 уезжай. Все. Так, меня обнаружили? Я не знаю, меня обнаружили, нет. Джампер мой обнаружили, меня-то вроде нет. Так, и что, я что-то разблокировал. Я разблокировал комнату, которую я непосредственно сейчас могу пролезть и взломать. Я разблокировал сеть. Так, я сейчас данные смогу получить. Вот, видите? Ага, нет, данные я не смогу получить. Я вот сюда смогу зайти сейчас. Ну что мне это даст? Так, подождите, я в закрытой зоне. Ага, ну на меня никто не агрится. Что странно. Что очень странно. Так, подождите, я не то нажимаю, не те кнопки. Так, да, ключ-карт. Я теперь Лора Ким. Как мне попасть в Noodle Maps? С ее пропуском. Ты пройдешь туда. Без проблем. Так, друзья, давайте я запись приостановлю, чтобы она сохранилась. Так, друзья, мы продолжаем. Так, непосредственно я уже разблокировал доступ себе. Так, ну выходи давай отсюда. Я разблокировал себе доступ. Все должно быть сейчас хорошо. Теперь бежим. Ну блин, ну этот сталкер Михаил так может только затупить. Задание очень изичное. Там на карте все надо нарисовано. Вот все до мельчайших подробностей было нарисовано на карте. Где что взломать, куда прийти. Блин, ну это вот я. Я говорю, мне только в сталкер играть. В современные игры я играть не умею. Короче, вот, видите, здесь сразу... Охрана в Noodle Maps серьезная, будь осторожен. Эй, расслабься, я же Лора Ким. Короче, вот, сразу дверь открылась, прибежали в тот корпус, который все, как-то я залезть и каким-то другим способом пытался, а оказалось все намного проще. Ну, хорошо, что могу сказать, повезло. Так, я не знаю, куда сейчас нам бежать непосредственно, получить доступ к серверам Noodle. Они где-то... Я понятия не имею, где они... Блять. Ну, я, конечно, перестрелять их всех могу. Так, ну там закрыто, ладно. Ну, сейчас стелсом я не пройду. Я еще тачу пока, брат. Тут дундук. Ну, и перестрелку-то раньше времени устраивать не хочется, потому что я понятия не имею, куда мне дальше идти. Так, подождите, и куда мне вообще... Так, там закрыто... А, тут терминал же есть. А терминал он... Вот сюда меня не пустят, да? Вот терминал-то он тут. Так, а это куда мы? Тут не видно.
куда мы убежим. Ага, скорее всего, сюда куда-то. Так, я не знаю, сейчас спалят нас или нет. Это будет очень смешно, если спалят. Сейчас попробуем. Через джампер. Блять, ну тут он ходит. Ну вот, в принципе, я уже у этого самого. Ну вроде никто не смотрит. Давай по-быстрому. Дай бог, справимся. Так, так, так. Что-то робится, что-то робится. Ваш джампер обнаружил. Ну это нормально, что мой джампер обнаружен. Но я хотя бы успел взломать то, что мне надо было взломать. Так, ладно. Так, ну что ж, я взломал то, что мне надо. Так, куда я теперь попасть могу? Сюда могу попасть? Ну что, побежали, хули делать-то нам туда куда-то? Блять. Так, этого мы ёбнем сразу. Ну, вроде на меня никто не сагрился. Но я уже в закрытой зоне. На меня уже здесь агриться должны. Бля, показалось, 13 FPS пишет. Пишет 43. Но здесь тормозить не должно. Так, а. Так, ну все, похоже. Не спеши. Спокойно, я почти добрался до шахты лифта. Блять, тут еще приключения не заканчиваются. Ё-моё, эта серия на 2 часа будет. Так, подождите, подождите, меня сейчас со спины не вальнут. Они уже в боевой готовности все. Или нет? Так, подожди, а ты в меня стрелять-то будешь, молодой и прекрасный, нет? Что-то я не понимаю, они агрятся, но в меня они вроде не шьют. Ну, оружие быстро достать. Так, вот мне сюда надо. Как сюда попасть? Смотрим. Ага, компьютер можно. Ну, я не знаю, он пока нам не особо нужен. А, это аудиосообщение какое-то. Да, блядь, отойди ты, коза ебучая, кто это? Шлюха какая-то. Короче, нам опять туда. Блять, это сложное задание. Пиздец. Блять, тут еще залупа какая-то ездит. Вот мне вот этот уебок нужен. Красный. Так, надеюсь, я сейчас успею законнектить его. Давай, давай, малыш, джампер. Без тебя цель не зроблится. Все, 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 разблокировал двери. Фух, блядь, какое пиздоватое задание сложное, трудное. Так, я еще разблокировал. Я разблокировал себе шахту лифта? Да. Шахта лифта разблокирована. Так, а здесь кто-то есть? Нет? Вроде бы нету. Так, и что, куда мне дальше? Сюда? Че, оружие может достать, я не знаю, или пока не рисковать? Так, и что? Так, подожди, подожди, я в шахте лифта, а нахуй она мне нужна? А, все, сейчас я лифт. Чувак, я добрался до лифта. Пиздец, сложное задание! Он отключился. Подожди, мы его ищем. Сейчас, друзья, кое-что в телефоне посмотрю, пока лифт едет. Так, ну что там у нас происходит? Лифт приехал, да? Да, приехал. Мне, наверное, вот так вот надо сделать, да? Блин, если я сейчас сдохну еще. Но вроде безопасно все. Ёб твою медь, блядь. Я, кстати, понятия не имею, здесь охрана и есть или нет, но я уже готов стреляться. Я уже готов расчехлять свой калаш. Давай, не ударься. Ситара, тут тупик. Мне нужен код Горация, чтобы попасть. Блядь, на ферму. Закрыто. Вы нашли его? Есть его GPS, но он не отвечает. Подключаю. Так, блядь, это самое сложное задание, которое я когда-либо проходил в Watch Dogs. Водосклава достаточно, чтобы посадить. Так, и что она мне сделала? Она мне камерам подключила меня. Получить доступ к серверам Noodle. Ну, это старое задание. Основное наше. Так, 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 подожди. Друг, я не вот хочу камера есть. Полицейским.
Блять, я куда-то не туда засейвился. Давайте с верхней камеры. Так, включить телефон для... Для конференц-связи, а зачем мне телефон включить? Так, а что мне сделать-то надо, я не понимаю, взломать что-то? Так, ну давайте еще на камеру какую-то переключимся. Ну это походу все камеры. Скорее всего мне что-то здесь... Я просто не понимаю, это что такое? Так, не отвлечь, наверное, надо кого-то, да? Как я ненавижу эти штуки. Ебать, у него зарплата. $122. Ой, что я несу? Ну, 122 тысячи, да. Итак, как там у вас в дедсек? Петля не... Ага. Так, ну, скорее всего, мне надо взаимодействовать с этими объектами. Я больше не вижу тут ничего. Как же бесит. Не трогай. Пусть... Все, это просто цирк какой-то. Куда смотрят чертовы IT? Да, видите, я тут все раз это самое... Хаос устроил и с электроникой, и теперь... Да, скорее всего, так и надо было. Видите, я тут хаос устроил, он не выдержал, ушел. Сначала одно поломал, втором... потом второе поломал, и наконец третье поломал. Так, подожди, он мне что-то рисует. What floor are you on? Что мне сделать-то надо? Что мне сделать надо? What floor are you on? Блять, я сейчас не зафейлю задание. Я просто не понимаю, что мне сделать надо. А, типа закрыть дверь или что я сделал? Ну, по крайней мере, он что-то там снова пишет. Видимо, я правильно поступил. Ну, блин, это сложные игры для меня. 43778, блять, я в телефоне сейчас это засейвлю. Подождите, ждите. 43778. Так, и что мне дальше делать? Все, скорее всего. Да, скорее всего, все. Мистер Карлин, я попрошу вас проследовать за мной. Что-то там у моего друга проблемы какие-то. Так, ну, в принципе, он нам код написал. Можем отключаться, да? Потеря соединения. Так, надеюсь, я задание не зафейлил, но вроде нет. Так, и в принципе, все, давай, убирай свой ноутбук, и мы код получили. Бля, ну, в принципе, не сложно, но, блядь, это самое пиздоватое задание, которое я когда-либо делал. Пиздец. Так, сейчас код надо будет. А, он ввел код. Потерпи, Гораций. Держись там. А мне даже его сейвить не надо было. Ой-ой-ой, там охрана что ли? Или нет тут охраны? Не, охраны вроде тут нет. Или есть? Ёб твою мать, что нам дальше разработчик предлагает? Найдите центральный сервер. Как я его, сука, найду? Не, вроде здесь охраны нету. Вроде мне повезло, вроде не охраняется. Так, тут все закрыто. Так, ну вот терминалы связи, которые блокировать надо, да? Ёб твою мать. А у них серьезная защита. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Как я эту, сука, проходить должен? Это пиздец! Ой! Так, подождите, мне надо сначала определиться, куда мне. Найдите центральный сервер. Ну, хотя, может, это не сложно все делается, но я не знаю. Центральный сервер. Так, ну, все равно мне это надо будет проходить, наверное, да? Так, это что, все сразу, да? Так, а это что? Так, ну, давайте попробуем настроить тогда. Не будем подвергаться панике. Видите? О, кстати, может быть и не сложно. Кстати, несколько дверей я уже открыл, просто я не понимаю, куда мне. Сюда, что ли? Ну, давайте сюда залезем. Желтым помечено. Взлом получить доступ. Так, это и... не тот.
Опять нет. Не тот. Так, здесь нету ничего. Так, подожди, здесь двери нету. Найдите центральный сервер. А что дверь закрыта, подожди. Открывайся давай. Так. Так, мы вот эти две последних, да, проверили? Вот этот мы проверяли. А тут и нету ни хрена. Так, вот там еще есть. Так, подожди, вот здесь я не вижу. Здесь тоже вроде нету. Ой, блядь. Ой, блядь. Це пизда. Так, ну вот, где-то все разблокировать, видимо, придется. Только каким образом я это разблочу сейчас? Так, ну сейчас будем пытаться как-то. Ну, вроде легко. Вроде легко. Видите, я уже два этих самых открыл. Так, давайте еще два сервера посмотрим. Все, да? Не тот. Не тот. Так, ну это четвертый уже. Не тот? Нет. Так, а здесь дверь была, подождите. Так, это тоже... Подожди, это тоже опять. Да ёб твою мать. А реально же угадать было? Не вот так все подряд тыкать, а к одному единственному подойти. Или тут скрипт. Так, ну дальше вот туда надо как-то залезть. Будем сейчас пытаться. Вроде это легко все делается. Вы видите, одну мы уже разблокировали. Давайте я снова сканер включу. Так, и это уже какой? Это уже пятый? Или какой мы сканируем? Так, вот здесь. Это он. Все, нашел. Так, установите бэкдор задний... А, на Е нажать, все. Ёб твою медь, какое, сука, задание сложное. Я его больше часа уже прохожу, наверное. Все данные Нудл теперь наши. Я сваливаю, но Гораций, похоже, встрял. Поможете ему? У нас есть полный доступ ко всем компам в Нудл. Компу Горация и компу Броуди. Короче, за нашего кента впрягутся. Ну, выкладывай. Все. Посмотрим, как дела у Горация. Так, за нашего кента впрягутся, а мне тупо сваливать, да, надо? Ну, хотя наш герой пока не сваливает, он что-то там делает. Удалось перехватить ввод? Понятно. Спасибо. Мистер Карлин, я прошу у вас прощения. Судя по всему, мы совершили большую ошибку. Я... Какой сюрприз! Прошу прощения, да вы... Можете идти. Ну, короче, наши хакеры за него впряглись как-то. Мистер Гудейл, сядьте сейчас же. Я не... Так, я не думаю, что... А ну, сядьте. То есть нашего друга отпустили, а мы задание выполнили. Ну что, текаем, и я, наверное, эту серию заканчиваю. Но пока мы еще не встретились с Горацием у здания Нудл. Так, ну сначала надо отсюда уйти. Все хорошо? Лучше, чем хорошо. Где ты? Встретимся у автобуса. Ну что ж, друзья, надо сначала текать отсюда непосредственно. Так, это что, дверь не открывается? Подожди, а как отсюда съебаться-то? Блин, ну вроде даже без перестрелок получилось. Это очень интересно. Это классно. Так. Я в зале системы охлаждения. Есть идеи, как отсюда выбраться? Вообще без проблем. Там где-то должен быть дренажный канал. Вот ёб твою мать. Можно выбраться наружу. К
Клево, спасибо. Так, ну вроде ничего сложного нету. Ну, по крайней мере, нас так по телефону заверили. Дренажный канал. Так, ну я надеюсь, мы сейчас... О, какой он, паркурист еще у нас. Ну, вроде как... Съебываем отсюда. Так, ну мы... Вот сплава Горация теперь за Гудейлом? Никому не позволю безнаказанно обижать Горация. А ты коварный, Сидара. Благодарю за комплимент. Подожди, а деньги где-то здесь можно взять? Видите, на карте там. Да. Не знаю, что он там мне дает. Может, доляры дополнительные. Но, по крайней мере, была возможность, я забрал. Так, ну что ж, мы прошли эту миссию практически. Не хочу сейчас накаркать. Хотя, что накаркать, мы прошли ее, вот, я уже на улице. Так, и непосредственно мне встретиться с Горацием надо. Ну, и непосредственно встретимся с ним, и... Обход защиты связи нестабильно, что? Соединение потеряно. Так, ну это, скорее всего, меня уже не волнует, мы уже все сделали. Нам сейчас с другом надо встретиться. Ну что ж, встречаемся с ним, и непосредственно... Когда уже полностью скажут, задание завершено, я останавливаю запись. Кстати, у меня еще появилось желание поснимать Watch Dogs. Почему бы и нет? Возможно, это даже не последняя серия. Еще несколько серий выйдут по Watch Dogs. Проходить, я не знаю, на камеру я его, наверное, не буду. Но какие-нибудь миссии отдельные поснимать можно, я думаю. Так, ну надо сначала с этой закончить. Потому что у меня полусломанный компьютер, в любой момент тю-тю-тьфу может вылететь, просто перезагрузиться взять, и у меня запись не сохранится, а я уже без перерыва, сколько уже, минут 30 играю, наверное. То, что Блюм сотрудничает с Нудл, находка века, но мне от этого не по себе. Да ладно, парни из Нудл ничего так. Давайте, наслаждайтесь, только пиво мне оставьте, лады, Рэнч? Так что я уже побыстрее запись хочу сохранить, чтобы это засейвилось все. Спасибо за все, что ты сделал для меня, бро. Ага. А сейчас давай, вали отсюда. Ты же людей нервируешь. Что? Кстати, попробовал граблока? Супер, да? Ну вот как-то так, друзья. Вот такая вот миссия была. Кстати, интересная. Мне кажется, у тебя много ценной информации. Давай. Расскажи мне все про Дедсек. Ну, как-то так. Задание выполнено. Что ж, друзья, спасибо, кто был со мной, кто смотрел прохождение этой данной миссии, если такие люди есть. Буду очень благодарен. Понятно, что я не особо... Что я вообще не популярный ютубер, но все равно как-то не хочется забрасывать мою деятельность ютубскую, так что я потихоньку при возможности буду снимать. А на этом я с вами прощаюсь, вот такое вот, вот так вот, кстати, красиво стоя. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока, с вами был канал Прохождение с Михаилом. Ждите меня в следующей серии. Ну все, бай-бай. Полиция обеспокоена действиями преступной группировки Тескас, причастные к нескольким убийствам на юге города. Так, ну мы убийствами не занимались, это не про нас. Все, пока.